Баскетбольный сезон в Мариэл продолжается. Через несколько дней в Йошкар-Оле пройдут матчи плей-офф Кубка Белова, в котором сильнейшие студенческие команды страны поборются за выход в следующую стадию. Более подробно об этих соревнованиях, а также о других баскетбольных стартах в нашем сюжете. Первенство города, чемпионат республики, окружные соревнования Ассоциации студенческого баскетбола, региональный этап школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». В общем, баскетбольный сезон в республике протекает практически как всегда, за исключением разве что женского чемпионата страны высшей лиги. Впрочем, к вышке мы еще вернемся, но пока вспомним про самое яркое, когда спорт в формате шоу. Напомню, что региональный финал школьной лиги прошел в этом году в Медведевском «Фоке Витязь». Сильнейшими в Мариэл стали баскетболистки из лицея «Бауманский» и баскетболистки из лицея номер 11. И как раз в эти дни наши парни и девчонки пытают счастье в Ульяновске, где проходит окружной финал КС «Баскета». В принципе-то у нас, я считаю, что у нас прошли соревнования хорошо. В общем-то, те школы, которые обычно выступают команды, и не убавляется. В общем, команда не убавляется и прибавиться не может только потому, что, в принципе, там школы остались малокомплектные, там, которые или коррекционные школы, которые, в общем-то, нет контингента нормального. А так, те, которые школы есть, они все участвуют. Но это уже хорошо, что по всей республике играют дети. Также хорошо, что в баскетбол играют не только школьники, а также и студенты. Правда, не по всей республике, а в отдельно взятом городе Йошкар-Оле. В этом сезоне с разной степенью успешности в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола выступают женская и мужская команды «Волготеха». И те, и другие пробились в число 64 лучших в стране. И со дня на день начнут выступать в Кубке Белова. То, что вот наши парни пробились, это уже для них успех. Там уже будет гораздо тяжелее, потому что там очень приличная команда сейчас в Кирове будет. И первая игра же у них с Кировом, в котором они играли в прошлом году. Ну, там очень мощная команда, поэтому они играли в топ-16. Лучшие 16 команд мужских было по России. Вот они как раз в топ-16, и они там заняли третье место. Так что серьезные соперники. Но наша молодая команда, она будет все равно биться за результат. Игры стадии 1/64 финала пройдут в Кирове 18-19 апреля. Так что у наших парней есть еще время для подготовки. Зато у девушек его не так много. 4-5 апреля на паркете спортивного зала 3-го корпуса «Волготеха» команда по ГТУ сразится за выход в 1/16 с коллективами из Саранска, Пензы и Чебоксар. Кстати, и эти матчи, да и весь сезон в АСБ для нашей женской дружины не только соревнования, но и своего рода подготовка в самых что ни на есть боевых условиях к будущему сезону высшей лиги чемпионата России, предпосылки к которому вроде как есть. Уже, в принципе-то, на нас рассчитывают, в конечном итоге. Сейчас планируют 12 команд высшей лиги на будущий год. Да, и в том числе наша команда. Но все зависит от финансов. Будет ли участвовать наша баскетбольная команда высшей лиги чемпионата России, узнаем ближе к новому спортивному сезону. Пока же на повестке дня городские первенства и чемпионат республики, игры наших в Кубке Белова. Но в июне в Йошкар-Оле пройдут массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Таким образом, баскетбольный сезон, хоть и не в полном объеме, в Мариэл продолжается.